I've checked every wire and every bolt on the big guy. All we need to do is plug in the agitator, start Prime's reactor, and cross our fingers. If this works, how long before Liberty Prime will be ready for battle? The reaction should be almost instant. He'll be running under his own power in a matter of seconds. Look, I discussed it with Elder Maxson, and we think you should be the one who has the honor of starting Liberty Prime. Just plug the beryllium agitator into his reactor port, then head back down here and press the transfer button. Good luck, Paladin. Ad Victorium. Добро пожаловать в Fallout 4. Совсем недавно вы могли видеть на моем канале видео, которое называется Liberty Prime. Оно было посвящено вот этому огромному монстру. Ну, вернее, не монстру, а роботу Братства Стали, который сейчас стоит в аэропорту под Придвином. И это видео называется «Штурм института. Атака на институт». Атаковать мы будем институт именно с помощью вот этого робота Liberty Prime. Я долго думал, за кого мне играть, чью позицию поддерживать в борьбе с институтом. Изначально планировал делать это с минитменами. Но очень сильно хочется увидеть в действии этого гиганта Liberty Prime. Поэтому будем играть вместе с Братством Стали. В Mass Fusion я добыл импеллер. И теперь мы его успешно вставляем в Liberty Prime. И осталось только активировать все это дело. И начать войну с институтом. Будем его штурмовать. Ну что, вот он, долгоценный момент. Вероятность победы китайцев нулевая. Так их потому что нет. Китайцев он хочет уничтожить. Куда-то пошел, смотрите. Он пошел китайцев уничтожать, ребята. Надо. Надо его на институт направить или как? Что делать-то дальше? Следовать за Liberty Prime. Куда он пошел? Он пошел китайцев бить, ребята. Эй, Братство Стали! Бегом! Может быть, он синтов институтских называет китайцами, я не знаю. Спроектирован-то он был до войны. Братство Стали не идет за нами. Так, ну я надеюсь. Основная задача — война. Будем надеяться, что двигаемся вместе с этим роботом по направлению к институту. Но каким образом мы туда попадем, понятия не имею. Я был изгнан из института, и воспользоваться порталом теперь нет возможности. Каким образом теперь туда попадем? Ну, может быть, вот этот вот... Смотрите-ка, Liberty Prime. Он что-то придумает, я не знаю. Так, вот началась война, смотрите, он берет вот эти ядерные заряды, которые мы достали. Где мы их достали, можете посмотреть в видео, которое называется Liberty Prime. Смотрите, берет его и бам, туда. А там синты. Смотрите еще раз. Бам. Вот этот вот заряд, это не заряды. Для толстяка. Для оружия ядерного. Смотрите-ка, радиация.
А вот мощность такого одного заряда, который кидает робот, равна 4-5 боеголовкам для оружия толстяк. Вот они, синт-солдат, смотрите-ка, вот она, пошла война. Но Liberty Prime один справляется. Давайте будем немножко помогать ему, хотя я не вижу в этом надобности. Он сам все делает, смотрите. Запульнул сюда вот этот снаряд, и тут все лежат. Мне бы такого робота. Нельзя, кстати, его случайно взломать и перепрограммировать на себя. В качестве компаньона будет ходить со мной. Ну нет, наверное, нельзя. Так, силовая металлическая броня. Так, война идет, продолжает долбать синтов. Вероятность невыполнения 30%. Как так? Все выполним, давай вперед. В воде пойдем сейчас. Куда он направляется-то? Так, он туда пошел, в ту сторону. Дайте-ка я гляну. Куда мы движемся хоть? Так, где у нас институт? Развалины института вот где. Он двигается куда-то вот. Ну, он, в принципе, правильно идет туда, в этом направлении. Хотя, кто его знает, куда он идет? Мне остается только следовать за ним. Пойдемте, я в силовой броне. По воде пройдем без проблем. А Престон Гарви будет плыть. Нормально. Идем, идем. Только бы догнать тебя, блин, ты. Так, слышу звуки винтокрыла. Я надеюсь, поддержка с воздуха нам будет обеспечена. Блин, медленно иду под водой. Так, ладно, пока прервусь, пока мы идем. Так, война идет полным ходом. Ага, вот и братство Стали мне уже помогает. Так, тут синты уже валяются. Мертвые. Так, ну меня радует, что братство Стали включилось. Давайте будем идти за Liberty Prime. Мне кажется, он идет по направлению к развалинам института. И там, наверное, я не знаю, что он там найдет. В принципе, этот институт находится под землей. Может быть, как-то он пророет туннель, или, не знаю, посмотрим. Так, все нормально. Смотрите, он движется по заложенной в него программе. Дошел до мемориала. Так, тут синтов нет. А, это я знаю, где мы находимся. Это же это. Банкер Хилл, да-да, здесь же была бойня. Большущая была бойня здесь. В которой участвовали Братство Стали. Синты. С подземкой мы тут воевали. Так. Да, по-моему, мы идем к институту. Смотрите, какой гигант. У него заряды-то бесконечные, похоже. В том заводе, где мы эти заряды раздобыли, их было очень много. Продолжаем идти. Правда, меня немного подлагивает. Тут какой-то мутант вылез.
чудище, ему снесли боссы, причем довольно-таки быстро. Да, с Liberty Prime, конечно, лучше не сравнивать. Братство стали все-таки. Это сила, смотрите, бам. Наряды эти только так кидают, направо-налево. Синты валятся с штабелями. Но мне остается только идти за ним следом. В принципе, он справляется один. Scanners operating at 100% efficiency. Enemy presence detected. Attack imminent. Сержант Грейвор. Вот это кто такая бежит? Блин. Подлагивает, не могу понять. Что-то мне показалось. Рыцарь Люси, вон. Я думал, Люси. Так, ну мы уже на подходе к институтским развалинам. Accessing dictionary database. Entry. Democracy. A form of government in which the leader is chosen by vote. And everyone has. Интересно, он идет еще и какие-то статьи. Своей базы данных вытаскивает. Ну и куда мы пришли? Нет, еще не пришли. Идем дальше. Смотрите, какой гибель. Поняли, да? Все-таки не зря я выбрал в сторону братской стали. Только ради этого Liberty Prime хотел это сделать. Так, мы куда-то идем вниз в текстуру. Смотрите, куда мы его провалили. А как мы так под текстурами-то оказались? Так, ну давайте пойдем дальше, я не знаю. Куда дальше-то? Он стоит наверху. А, это какие-то... Это прогрузка текстур у меня была. Вон он. Подлаги. Так, смотрите, появился старейшина Мэкс. Он тут все, брат, поставили, ребята. Дай нашим. Да, вот мы к развалинам института подошли. А, так, я вперед, наверное, есть не буду. В принципе, братство стали все делает за меня. Так, ну вот, защитить Liberty Prime. Все-таки придется воевать. Защитить Liberty Prime. А от кого защитить? Наверное, сейчас будет бойня. Опа. Что это такое-то прилетело? Что-то взорвалось. Защитить Liberty Prime. От кого защищать? Защитить Liberty Prime. Ну, наверное, сейчас будут эти синты тут. Ой, смотрите их сколько. Вот от кого защищать-то, елки, тут их дофига, синты, надо ныкаться. Опа, этот из базуки пуляет. Так, где? Где? По-моему, тут я вообще не нужен, блин. Этот стреляет ядерными зарядами, тут этот из базуки выпад, смотрите, в этих. Винтовки там с миниганом. Они тут и без меня хорошо справляются. А, синт, следопыт.
Блин. Еще один. Еще один. Так, штурмовать комплекс и восстановить демократию. Вон они телепортируются сюда. Смотрите, что он делает. Ух ты. Из головы какой-то огненный этот столб, смотрите, выжигает. Ой, вас сколько много. Да уйди ты, Престон, баран, не лезь мне под прицел. Смотрите, что-то он там сделал, дыру что ли продуял. Пошел дальше уничтожать коммунистов. Смотрите, а что он тут сделал? Какую-то дыру. Ладно, лутать не буду, смотрите, там какая-то дура. Чё, мне туда надо попадать? Старейшина Мэк. Excuse me, Elder Maxon. Good work, Paladin. Now, head inside and let's finish this. Вон оно что, надо внутрь идти. Блин, взять бы этого гиганта. Ну ладно. Внутрь. А вы с нас со мной-то пойдете? За победу, за братство. Проверяем. Так, вот я и внутри. Ну, то есть, продырявил он тут Liberty Prime дыру, и, я так понимаю, мы попали в место, откуда мы будем входить в институт. То есть, они здесь под землей, и мы, наверное, по тоннелям сейчас будем продвигаться в ту сторону. Давайте поговорим. Our next target is the reactor. If anything tries to slow us down, I'm ordering you to destroy it, man or machine. Once we reach our target, you'll need this. It's a fusion pulse charge. Attach it to the reactor, and it can be detonated remotely from a safe distance. It will be more than enough to annihilate the Institute in its entirety. Ingram, you're to remain here and teleport us out when the job is done. Get that thing working. Так, ядерный импульс. Зря, то есть мы реактор уничтожаем. Добраться до реактора. Elder. Let's get this done, Paladin. Ну что, поехали? Или не пошли? До реактора нужно добраться, поставить этот заряд, потом мы его... Так, здесь ключ нужен. То есть мы его активируем дистанционно. Ну, в принципе, все понятно. Так, ну тут будут синты. Оказывать мне сопротивление, я думаю, да? В принципе, а мне в институте что-то надо. Смотрите, со мной кто-то придет. Так что можно не ныкаться, Паладин Брендис. Олд Роботик. Мне вообще-то в институте что-то надо брать или нет? Даже не знаю. Так. Куда-то я попал. Олд Роботик. Смотрите, тут все. Ой-ой-ой, там столько. Так, а для чего терминал? Там синтов-то уйма. Сейчас посмотрим, для чего терминал. А, турельки. Убрать. А, на их две штуки. Ладно, отключим. Там синтов-то тьма. Что, у меня граната-то есть? Надо пульнуть туда. Две гранаты. Я не знаю, наверное, в роботик-то я зря приперся. В этот отдел. Up.
Так. И будем продвигаться сейчас здесь. Вон они. Ой, там их дофига сколько. Это турельки. Робот-охранник. Надо вот к нему бы добраться. А, мы его сейчас взломаем. Ну-ка, что мы можем сделать? Ручное управление. Запрет на бой 0%. Ну-ка. Это непонятно, я его дистанционно взламываю, а как мне его? Ручное управление. Активирование. Давайте самоуничтожение. Отойдите. Он должен взорваться сейчас. Это вот у меня способность взламывать роботов есть такая. Изучил я. Смотрите, как хорошо. Так, куда дальше-то мне идти? Так, добраться до реактора. Я не знаю, в правильном я направлении-то двигаюсь или нет. Так, ладно, пойдем. Будем надеяться, что идем верным путем. Так, еще одна турелька, что ли? Синты, синты, вон они. Да блин, куда ты лезешь-то вперед меня? Вот он. Ладно, ничего не будем, идем напрямик. Всех уничтожать будем. И турельки, и прочая хрень. Терминал, ну-ка, здесь что-то. Можно все это отключать, эти турельки. Завершить последовательность прототипа. Это что такое? Какой-то прототип. Вон они. Будем мочить. Да. Стрелять, стрелять, стрелять. Гатлинг лазер, хорошо их долг. Он спрятан. Ну где он там? Блин, стрейфик еще. Легендарный сим. Бьем, бьем, бьем его. Смотрите, у моих партнеров вот тоже. А, нет, у этого миниган. А вот у тебя, по-моему, тоже гатлинг лазер. У меня. Какое-то неутомимое. Лет. Я не знаю, надо ли все это дело брать, тут все эти вещи лутать, тут замучаешься. Так, ну вроде правильно идем, вон вниз куда-то.
Вот здесь вот что-то, да? Ага, туда прыгнуть надо. Так, и где? Так, это ядерный блок. А где ядерный реактор? Все, дальше идти надо? Наверное, дальше надо идти. Да, вон туда. Все правильно. Так, отдел бионаук. Походу, все отделы надо пройти, прежде чем добраться до реактора. Ну, ничего. Оружие у меня топовое, броня у меня топовая, так что без проблем. Так, вот мы уже и попадаем. Смотрите, ученый. А ученых надо долбать, нет? Но он как враг вообще-то у меня отмечен. Может, их можно пожалеть. Хотя нет, Максим же сказал всех. Он же сказал всех долбать. Патрульных почему-то не это. А вот теперь он у меня. Что-то в меня-то не стреляет, они нифига. А вот теперь начали. Ну что, ребята, она вам всем. Не, по мне урон-то проходит тоже. Давайте-ка я отойду. Да, сколько их тут много. Всех сторон. Сигнал управления, ну-ка. Включить автоматические турели. Не удалось подключиться. Начать выпуск образцов. Не удалось подключиться. В общем. Stealth capabilities. Fascinating. Че вот это за. Что такое? Патрульный, он почему-то не отмечен как враг. Что-то непонятно, как это так не отмечается. Ладно, идем добиваем оставшихся, кто остался. Ух ты, это тоже миниган. Ну кто тут еще? Ученый. Ну, горилла побежал. Макс наводит. Смотрите, какая сильная горилла. А то. Ой, еще одна горилла. Но это все синт, это все не настоящие животные. Это роботы. Поэтому не жалко. Синтетическое мясо гориллы. Это все не настоящее. Ладно, лутать не будем, идем дальше. Так, ну вот мы и в центре. В центре института. Да уйдите вы, не лезьте! Бараны!
Ездит. Трэффик Гарви на синт боевик. Трэффик. Смотрите, как мужчина висит, блин. Максон этот еще лезет. Воюем. Готов воевать. Син следопыт. Блин, не стоит на месте. Охотник тоже получает охотник. Вот она, атака на институт. Не ждали Ромена вместе с братством стали. Блин, командира нашего надо убить. Ух ты. Ну Престон Гарви, ну ёлы-палы, ну уйди ты нахрен. Что такое, кто? Идем. Вперед. Вот тут вот они засели. Вон они, кучка. Блин, кто тут передо мной маячит? Ух ты! Ух ты! Ой-ой-ой-ой! Улетаем нафиг! Там какой-то сильный был. Блин, надо взлететь куда-нибудь, улететь повыше. Сюда залетим. Там какой-то сильный был противник. Так, это на топ. Просто Гарви мочи. Все верно. Вот это, смотрите, XPN-20A какая-то модель. Синта. Так, а то. Тут все появились. Получается, ребят. А топ один. И второй готов. Paladin, we've located the reactor. It's accessible through the advanced systems. Доступ через. Почему не добраться? Only you can't reach it. The security override can only come from the director's terminal. Терминал. С помощью терминала отменить блокировку замков в институте. Так, ну ладно. Пусть так. Поднимаемся на лифте в кабинет директора. А мы там случайно не встретим главу Шона. Так, ну-ка вот это что такое? XPN-20A. Броня синтов. Плюс 2 к удаче. Так, ладно, идем в кабинет главы. Так, где кабинет главы? Угу, вон там. Ну, я думаю, мне придется все-таки разговаривать с отцом. Так, вот он терминал. Тут все закрыто. Интересно, а где этот батя? Его нигде нет.
А, вот он сидит. Смотрите-ка, может мне с ним удастся поговорить. Я не ожидал тебя видеть. Come to see the reactor, have you? We got it working without you. What's happened to you? Are you sick? Well, don't pretend to care now. You had your chance to help me, then cast me aside instead. It's not enough that I lay here dying. Now you plan on what? Destroying everything? Tell me then. Under what righteous pretense have you justified this atrocity? Так, выйдем-ка мы из брони. На тот случай, если потребуется в диалоге харизма. Are you following? It's for the greater good. The Commonwealth deserves to determine its own fate. Spare me. You've spent time up there. You know as well as I that it's doomed. Да нет, я не согласен. Не обречено. None of it matters now, I suppose. You'll accomplish your task and ruin humanity's best hope for the future. The only question left then is why you're standing here. Is it regret? Or did you just come to gloat? Так, ну вот харизма и потребовалась. Давайте попробуем его убедить. Sean, if you help me, fewer people will die. Will you? Why would I ever consider helping you? I hope you're not too overwhelmed. Так, товарищи ученые, наверное, имеются в виду. Help me, and we can try and minimize the casualties in all this. You want your people to survive, don't you? Very well. Удалось убедить. The terminal behind me. Enter access code 9003. That will disable some of the synths. Now go. Just leave me. Короткий разговор состоялся с этим человеком, но он умирает от рака. Так Son, что он в любом бы случае умер бы. You know that. There's nothing more to say. Are you in any pain? Yes, of course. But that will end soon enough, won't it? All thanks to you. Так, 9003 код. Директорский доступ, отключение синтов. 9003. Отправка кода сбросов синтов. Ну, часть синтов будет выключена. Отлично. Так, активировать протокол эвакуации. Так, блокировки. Все, отменили мы блокировку. Двери открыты. Теперь осталось только... Так, замки жилых помещений остаются активными. Их бы тоже, конечно, открыть. Чтобы ученые это могли выйти оттуда. Так, ладно, все, синтез отключили. Well done, Paladin. Looks like a path should be clear to the reactor. And I am happy to report that reinforcements have arrived. Подкрепление прибыло. Ну ладно, попрощались с этим человеком. Он бы все равно умер от рака. Если бы даже я встал на сторону института. Он мне предлагал возглавить эту организацию. Было даже совещание, на котором я присутствовал. Я снял по этому поводу видео, которое
Ну, так и называется совещание в институте. Так, идем дальше. В реактор. Нам нужно... Смотрите, вот он синт, видите? Отключен. Мне нужно добраться до реактора. Вот они все тут отключены. Так, где он находится-то? Ученые продолжают воевать. Так, где? Куда идти? Добраться до реактора. Где он находится? Куда мне, туда идти? Нет. Ученых не трогаем. Давайте глянем. Нет, установить это не то. В общем, что-то непонятно мне, куда идти. Где реактор сам находится? Отсюда я зашел. Где реактор? Наверху, внизу, куда идти, как бы непонятно. Не, в общем, я не знаю. Ладно, пока прервусь, потому что видео получится очень длинным. Как найду этот реактор, включусь снова. Тут вон еще на меня нападают синт. Смотрите, перебегает. В общем, тут бойня. Бойня идет. Ой, где этот хренов реактор? В каком отделе? Вон он еще сидит. На. Быстрее сдох. Машина. Ладно, короче, ищу я реактор, как найду, включусь. Так, вот, кажется, я правильно иду. Отдел высших систем. А тут вот реактор института. Все правильно, я иду. Туда и обратно. Но мне нужно только заряд установить. И все. Половина синтов тут отключена. Это хорошо. Let's get this done, Paladin. We're gonna blow this place back to hell. Взорвем это место. Конечно, взорвем. Ой-ой-ой, ни хрена. Я чуть не сдох, ребята. Смотрите, у меня здоровье как. Там турелей натыкано. Колем стимулятор. Ну давайте, что вы тут суетитесь? Снимайте там все турели. Пока я здоровье восстановлю. Все, разобрались. Пошли. Схему надо мне.
Так, вон терминал управления, наверное, сюда. Так, блин, лаги тут в этом институте офигенные у меня. Будем взламывать сейчас терминал. С первого раза. Вот удача. Так, уровень радиации. Турель надо все вырубить. Так, какой там уровень радиации-то? Система вентиляции отключена, все отключено. Давайте активируем систему очистки радиации. Вот так вот все пусть включено будет. Нормально. Уровень радиации низкий, замечательно. Там он опять синты, блин, опять воевать. Вон нам надо туда попасть. Блок реактора, наверное, там. Блин, опять придется воевать. Там их дофига. Вон они. А, это ученые. Что, воевать будете со мной? Ученые. Ученые моченые. Ух ты! Из базуки тут от меня прицепили. Ух ты! Вот это вот машины сильные, блин. Ой, с огнеметом еще. Ну тебя нафиг. Иди, паладин, воюй. И ты, Мэксон, тоже. Чего вы тут ныкаетесь вообще? Я один воевать должен. Вон, лазер, гатлинг. Что же у тебя ведь есть? Эд Виктория. Вот это что такое за красная кнопка? Это лифт или что это такое? А, обеззараживает. Блин, кто там из базуки лупит? Какая скотина. Граната прилетела. Да, ух ты, граната плазменная. Заколебали из базухи, какая-то дрянь стоит и лупит из базухи. Походу там слева вот этот легендарный сил. Он из базухи стреляет. Ну что, всех убили? Он упал. Так. Вроде бы всех перебили тут. Смотрите, как хорошо. Правда, он командир у нас умер. В этом. В силовой броне. У этого вообще вся силовая броня раздолбана. Так, вот этот вот Z4K какой-то. Силовой кастет. Нафиг он мне нужен. И ученые под огонь попали. Вон, все валяются. Так, паладин братства тоже умер, блин. Потери-то тут у нас есть. Так, куда мне надо? Вон, надо туда. Вот сюда надо попасть. Взрывчатку установить надо туда. А как туда попасть внутрь? Залезть, что ли? А, вот здесь дверь реакторного зала. Ух ты, смотрите, вот оно как. Вот где главный источник энергии для всей организации институтской. И чё, как туда мне активировать?
Так, импульсный заряд установлен. Заложить импульсный заряд готово. I think it's time to leave this place to its fate. Dr. Ingram, do you copy? Our mission is complete. I need you to transport us out of here immediately. Переносимся. Так, а меня перенести? Our work is done. Dr. Ingram, it's time to teleport us out. Sorry, Elder, I would, but... Well, this child showed up. He claims to be the Paladin's son, sir. Какой еще ребенок? Говорить с Ингроном? Угу. А! Это тот, которого этот... вырастил. Синт. Это же Синт. Какой у меня ребенок? Ну а где силовую броню-то? Вылезь, блин. Ёлы-палы. Я не могу снять силовую броню. По какой причине? Капец, я не понимаю, почему я не могу силовую броню снять. Вот здесь. Ребенок, это этот. Синт. Давайте с Ингром сперва. Или с кем поговорим, блин, я не знаю. Давайте с тобой сперва. Шон. Эй, кид. Why did you call me dad? What? You're my father. Why else would I call you that? Attention all personnel. Evacuation order issued. Authorization 1. Who told you that I was your father? What do you mean? Nobody told me. You just are. Программа, заложенная в робота. I'm not your father. Whoever told you that was lying. But you are. Nobody told me, I just know it. Why would you say you're not? Don't you love me anymore? I could never love you, because you're not really Sean. You're just an imitation. You're lying! You're just saying that so you can leave me here, and not feel bad about it. I hate you! Какой-то этот... Синт, что-то мне мозги пудрит. All right, fire it up. Hang on. You're telling me you'd leave that kid here to die? He's your son. Evacuation order issued. Authorization 1YR31. Please proceed to your assigned evacuation point. Thank you for your cooperation. Так, она ведь сейчас будет нас переносить. Ну, блин, фиг знает, брать этого синта или не брать. Чё, куда и зачем он мне нужен? Если бы это был ребенок, другое дело. Но это же робот. Нафига он мне? Пусть переносит. Что мне с ним делать, с этим синтом? All right, Ingram. Fire it up. Hang on. You're telling me you'd leave that kid here to die? He's your son. He's a synth, Ingram. He's not really my son. Are you kidding me? The Institute made synths that look like children? Просто на этом бесило. Except that they deserve what's coming to them. You're clear to go then. Ready? Please proceed to your assigned evacuation point. Thank you for your cooperation. Да, уходим. Нет, тут больше дела. Нечего. Плохо, что Престон на это взбесило. Got this thing all figured out. Are you ready to get out of here or not? Absolutely. Let's get out of here. You got it, Paladin. I'm sending you to the detonation site. I'll set the relay to send the last of us to the Pridwin and make sure everyone is out. When that reactor goes up, this place will be nothing but a smoking crater full of rubble. Should be quite a sight. Looks like your work here is done, Paladin. Все, летим отсюда. Please, Dad! Don't
leave me here. I want to go with you. Ну как я с тобой? Ну куда? Ну пусть идет со мной, блин. Я не знаю, куда его только пристроить. I'm glad you are here to save me. Hi there. I'm ready. Let's get out of here. Это робот, а не ребенок. Надо было, наверное, оставить его тут. Фиг знает. Я не знаю. Летим отсюда нафиг. Братство Сталь, наверное, будет недовольно, что я этого робота взял. Press that button, and you not only defeat our enemy, you restore order and decency to the Commonwealth. Ну вот он, ключевой момент. It's time, Paladin. The Institute and their synth abominations must be eradicated. Ключевой момент всей игры Fallout 4. Уничтожение Института. Так, сейчас я пролагаюсь, все прогрузится. Где я нахожусь-то? На крыше какого-то здания? Наверное, на крыше Mass Fusion. Ну что, жмем кнопку, друзья. Все здесь. И смотрим, как там все взрывается. Ну что, жмем. Бам! Смотрите, какая красота. А нифига там площадь-то, смотрите, аж. Несколько километров радиус действия. Не слабо там все рухнуло. Все, нету института. I can feel it wash over me. The heat, the force, the radiation, the fear. It's the end of the world all over again. I close my eyes. I see my life before all of this, before the bombs. Everything can change in an instant, and the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought, I hoped, I could find my family, cheat time, make us whole again. The way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. That the road ahead will be hard. This time, I'm ready. Because I know war. War never changes. Вот так вот все закончилось. Война никогда не меняется. Да. Нету больше там нифига никого. Ну все, надеюсь, теперь синтов
я больше не увижу. Хотя, кто знает. You're unstoppable. Sir. You've done an exemplary job here, Paladin. Without your unwavering loyalty to our cause, this victory would never have been possible. So we've won? Absolutely, brother. The Institute has been wiped clean from the face of our world. It's time we close this chapter on the Commonwealth and begin one anew. What do you mean, Elder? It means we still have a long road ahead if we're to ensure the safety of the Commonwealth and her people. But this is neither the time nor the place to discuss it. Return to the Pridwin, and we'll decide what needs to be done. So, that's it. The Institute is destroyed. It's finally over. You did issue the evacuation order, right? I didn't notice in all the chaos. Did you actually think I would kill everyone? I wasn't really worried, General. But watching that explosion, I just wanted to make sure we didn't kill anyone we didn't absolutely have to. The way is now clear for the Commonwealth to finally come together and build something good for the future. But it's not all sunshine and rainbows from here on out. The Institute wasn't the Commonwealth's only problem. We've still got plenty to do. I couldn't have said it better myself, General. The Institute kept the Commonwealth divided for centuries. But there are plenty of other problems left to deal with. I don't think the Minutemen are going to be out of a job for a long time yet. As much as I might wish it. Ну что же, видео и так получилось очень большим. Поэтому на этом буду завершать это видео. Не знаю, как его назову. Атака на Институт или концовка за братство стали. Но видео из этой игры еще будут, потому что я буду продолжать играть, исследовать мир Содружества. И будут задания новые, я уверен, и от братства стали, и от Минитменов. Так что вот так вот. Закончилась история с Институтом. Ну, все. До новых встреч в мире Fallout 4. И спасибо за внимание.